21 августа в учебно-методическом центре Федеральной антимонопольной службы России по Республике Татарстан состоялась торжественная церемония награждения победителей в народном голосовании 100 легендарных брендов Татарстана. Проект приурочен к столетию ТАССР, и главной его целью является связывание прошлого, настоящего и будущего региона. Отдать свой голос мог любой желающий. С 20 января по 31 марта жители Татарстана отдали 200 тысяч голосов. По итогам голосования были определены победители, и Казанский федеральный университет был признан легендарным брендом Татарстана. Диплом победителя получил проректор по общим вопросам КФУ Ришат Гузейров. Поздравила его депутат Государственного совета Татарстана Римма Ратникова. Именно то, что наш университет признали, это работа нашей команды, работа всей команды университета под руководством Ишата Рафкатовича Гафурова. И поэтому я думаю, что сегодня вот то, что нам вручили вот такой диплом, посмотрите, прекрасный диплом. Я говорю еще раз, нам очень приятно, и каждому, я думаю, и работнику университета, и студенту, и обучающемуся будет приятно то, что наш университет вошел именно в 100 легендарных брендов Республики Татарстан. Спасибо. К слову, ознакомиться с полным списком победителей можно на официальном сайте конкурса. Ссылка указана на экране. Диана Шеленкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.